Всем привет! Меня зовут Юля, и я приглашаю вас к себе на кухню. Сегодня я буду готовить очень вкусный и легкий салат на ужин. Салат совсем не калорийный, содержит белок и клетчатку. На ужин отличный вариант. Давайте начнем готовить. Для этого рецепта мне понадобится перец сладкий, огурец, капуста ранняя, можно заменить на пекинскую капусту, куриное филе, натуральный йогурт, горчица и соль, перец по вкусу. Точное количество всех продуктов и калорийность блюда я оставлю в описании под видео. Я буду делать салат на одну порцию, так как его лучше есть сразу после приготовления. На одну порцию салата мне понадобится 100 грамм куриного филе. Филе я буду обжаривать. Сегодня покажу вам, как можно вкусно и быстро обжарить филе на сковороде, чтобы оно получилось мягкое и сочное. Можно просто отварить, но этот салат намного вкуснее с обжаренным филе. Куриное филе слегка отбиваю, я отбиваю только с одной стороны, без пакетов, и филе прекрасно держит форму, и получается очень мягкое. Солю по вкусу, приправляю приправой карри и выкладываю на пергамент, вот таким образом. Выкладываю филе на сухую разогретую сковороду и жарю под крышкой на среднем огне, по пару минут с каждой стороны. И филе готово. Пока филе остывает, я порежу овощи. Сладкий перец и огурец режу тонкой соломкой. Мне больше нравится, когда салат нарезан соломкой. Можно нарезать любым размером, это как вам больше нравится. В салат еще добавляю немного капусты. Филе остыло, я его также нарезаю соломкой. Филе получилось очень мягкое. Все ингредиенты отправляю в салатник. Салат буду заправлять натуральным йогуртом. У меня натуральный йогурт Теус 2% жирности. В йогурт добавляю немного горчицы. Если вы любите поострее, можно добавить побольше. Солю по вкусу и все хорошо перемешиваю. И заправка готова. Получается очень вкусная заправка. Отличная замена майонезу. Заправляю салат, все перемешиваю, обязательно пробую на соль и можно подавать на стол. Салат получается очень вкусный и легкий. Порция объемная, а по калорийности совсем немного, что очень важно для тех, кто следит за своей фигурой. Содержит белок и клетчатку, на ужин отличный вариант. Ешьте вкусно и полезно. Приятного аппетита!